Ну что ж, Ариару, мои маленькие любители, покушать, и мы продолжаем играть в такую увлекательную игрушку, как Римба. У нас уже склад заполнился просто. Вот эти лекарственные травы, нафиг они нам нужны? Давайте мы склад сделаем вот здесь небольшой. Медикаменты, лекарственные травы, вот сюда вот будем складывать. Да, мы теряем залежи деталей из-за них. Причем очень много, я так понимаю, их. Ну что ж поделать с этим? А нет, они добывают их. Ага, эти компоненты, они нам добывают их. Если мы сейчас их перебьем всех, то будет замечательно. Так, давайте попробуем сейчас из разного. Глубинный сканер, вот он. Его нужно нам взять. Посмотреть, что это вообще такое. У нас, вот, смотрю, 800 ватт потребляет, охуеть. Вот у нас пространство некое есть. Вот у нас некое пространство. С этого предлагаю начать попробовать. И вот это вот надо выкопать, посмотреть, что это такое вообще. И вот здесь вот. Вот буровая установка. Раз, сюда поставим. Два, вот сюда вот поставим, посмотрим, как это работает. Сначала вот сюда вот надо будет ее построить. Давай. Дело тканик изучено, замечательно. Давай пельмень. Работать, бурить с помощью буринуса. Ресурс внизу нефрит. Давайте чисто теоретически отменим всю эту бурду, чтобы у них не оставалось выбора, как только там бурить. Потому что что-то мне как-то не очень улыбается. А, босс нашел лазейку, умница, босс. Пельмень, давай ты займешься бурением, пожалуйста. Добывать нефрит. Я не понимаю, что пельмень не хочет этим заниматься. Он убегает постоянно. Так, давайте эту установку мы перенесем. Сюда вот и посмотрим, что здесь. Что у нас тут? Тут сталь, да? Давайте переставим ее снова вот сюда вот только. Я таким образом хочу попробовать найти уран, который мне так необходим. Тут что у нас находится? Уран! Ура! Мы нашли уран! Ребята, это счастье. Давайте сейчас пока по приказам удалим все вот эти вот подсказки. Она дает дебаф, да? Сейчас посмотрим. Да, нехило такое, но тем не менее это лучше ничего. Не хватает? Что, серьезно? Нам не хватает на эту хуйню? 208, надо, у нас 259 не хватает, офигеть. Это насколько бы надо было лохануться с этим, ну ладно. Нет, хватает, фух, хватает. Чутельку в чутельку. У нас еще немножко останется даже. У нас саркофаги нужны? Пласталь. И у нас прилетают торговцы оружием. Давайте свяжемся с ними, посмотрим, что они могут предложить. Короче, дроид, возьми энерговинтовку, возьми и надень вот это платье. Хочу посмотреть, как это выглядит. Одна альпака сошла с меня, не проблема. А вот тут компоненты лежат. Вот тут сколько металлолома. Это все перенести надо и переплавить. Босс. Окей, ладно. Босс, встань сюда. И дроид. Давайте посмотрим, как это будет работать. Ну да, он прикольно выглядит. Он, знаете, как робот-служанка. У нас по-прежнему никто не бурит. Сейчас надо будет микроконтролем с помощью пельменя начать бурить. Также попробовать выкопать эту урановую жилу и попробовать найти сейчас залежи пластали, потому что пластали нам не помешало бы на самом деле. То есть нам сюда осталось занести только пластали немножечко. А вот. А, нефрит! У нас дофига нефритов, значит все-таки кто-то бурит. Но урана нет. То есть кто-то бурил все-таки, но урана по-прежнему нет. Пожалуйста, перенеси. Нет, а, место. Дроид, блядь. Перенеси. Бзыть произошел. Я не понял прикол, где этот бзыть произошел. Сейчас надо посмотреть по энергии. Все нормально с энергией. Только у нас ее нету. Так она нормально. Так, все, по идее мы сюда все, да, необходимые занесли. Блин, пошли сейчас добывать уран, который тебе там необходим. Я не знаю, что ты там забыл в этом месте, который тебе нужен. Блин, давай, занимайся. Куда съебался? Живи здесь. Все, он пошел копать. Потому что ему делать больше нечего. 10 урана выкопал. Так, Сионер, ты тут близко? Давайте включим. И я понял. Это, короче... Я думал, один блок, который здесь выкапывается, это, в принципе, один блок. Оказывается, что нет. То есть, вот эта вся область, которую он покрывает, я думал, то, что вот 10 урана, мы которые выкопали, это один из блоков. Нет, это не так. 30 урана за один день, неплохо. Ну сколько всего осталось урана? 70, да? Ладно. А в принципе хватает. Дроид, иди собирай. Продвинутый компонент, а сколько у нас сейчас всего?
8 надо продвинутых компонентов, нам нужна пласталь. Перепел, можно к тебе вопрос? А чем ты занимаешься, кроме как исследования? Да ничем. Давайте исследование на двоечку поставим. Вот так вот ты будешь. Угу. Перепел, надеюсь, ты меня понял. Потому что исследование нам вообще не к спеху сейчас. Давайте попробуем сюда поставить на время. Перемень, заменить, пожалуйста, этим. Так, не надо копию строить. Ты чё, удумал? Я хочу переставить это сюда. Все, и тут у нас нефрит, ладно? Хорошо. Дальше мы сюда идем. Тут у нас что? Серебро. Неплохо, но не то, что хочется. Дальше идем мы сюда, да? Тут у нас пласталь. Есть. Мы нашли пласталь. Пельмень, иди добывай. Давайте лучше не так поставим. Переставить. Вот так вот больше будет покрываться область. Не угадал, пельмень. Бури. Бури, ты пока не посинеешь. Так, это... Насчет бурения, это, конечно, хорошо, но... Что-то я сделать хотел, но забыл. Блять, чума у животных. Ай, босс, займись лечение, пожалуйста. Так, у вас, у тебя чума есть? Здоровье? Нет у тебя чумы? У тебя чума легкая, да? По здоровью. Беременна, второй триместр, охуенно. Босс, ты чем занимаешься? Что у тебя отстрелено? Нос отстрелено. Нам нужно сейчас сделать 8 продвинутых компонентов. Нам сейчас интересует только одна, для того, чтобы нам добывать сейчас продвинутые компоненты. Пельмень, чем сейчас развлечение? Ладно, развлекайся, я тебя мешать не буду. Кстати, где ты? Играешь в шахматы сам с собой? Копать мрамор, все. Ты когда пошел хуйню страдать, иди сюда. Дроид! Ноль. Надеюсь, у тебя по вещам есть? Да, есть вкусное блюдо. А нам еще золото, оказывается, нужно, я не знал. Точнее, я хотел сделать небольшой склад, где мы разрешим. Кот, отстань. Вот золото мы разрешим. Все шикарно. Жалко, я не могу назначить, до скольки тут штук должно лежать. Лежит тут все золото, ладно, посмотрим. Вулканическая зима, да еще и резкое похолодание. Это как называется? Оптовые торговцы. А, Джордан, срочно тогда. Россия не погибла в холоде, это я все в курсе, не пойду. А, пельмень, ты все проснулся? Пошли копать. Пельмень. Бури! Будешь с индюшкой теперь вместе. А ну и с муфлом, как разница. А, все, у нас с муфлом выработали иммунитет чумы. Так, питомцы. А, индюшки молодые, пока резать их не буду, нет смысла. Взрослые беременна. Так, посмотрим. А, у нас есть и мальчики, и девочки муфлы, поэтому не проблема. Пожалуй, надо включить лампочки. Потому что я смотрю, одуванчики тоже начинают гибнуть. Тут они будут расти, а внутри минус 6? А, потому что тут двери настежь. Пельмень, с гипотермией заработаешь, иди домой. Ксения, ты серьезно? Давай быстрее. Да изучай уже, потом... Осталось писелька. Давай. Процесс сборки. Я хочу просто посмотреть, что... Насколько он может еще обнаглеть. Что ему сейчас понадобится еще. Сейчас ему нужен вот этот реактор, по идее. Ты один принес? Принес всего один компонент? Ты серьезно, пельмень? Нихуя ты умный, блядь. Ой, это надолго, да. Пуховики же наготове, надеюсь. Да, у нас пуховики есть. Нормального качества. Давай ты отдохнешь, а босс достроит. Я подумал, муфлы выращивают гораздо эффективнее. То есть они нам дают буквально молоко, которое можно применять как мясо. А те яйца, которые мы получали с индюков, мы как мясо использовать не могли, потому что они тратились на непосредственно индюков. Выращивать куриц было бы эффективнее, чем индюков. Поэтому индюки не особо нужны. Вот к чему я пришел, к какому выводу пришел. Индюки неэффективны. Муфлы, да. Мы достроили эту хуйню? Да, мы достроили. Класс. Корабельный стартовый отчет. Нельзя запустить. Три двигателя все-таки придется строить, да? Три двигателя. Пласталь нужен, уран нужен и компоненты нужны. Пока мы, конечно, строить не будем. Пельмень, ты где? Ты можешь бурить? Не отвлекайся, я тебе дал конкретное задание. Почему ты его не делаешь? Съебался. Опять. Ты издеваешься, пельмень? И сейчас пойдешь заниматься своими делами, да, я угадаю? Ебать ты умный! Просто вот такой крюк сделать. Отдыхает? Нет, ты не отдыхаешь, пельмень. Ты идешь сюда и будешь работать, потому что пиздец. Да, ты делаешь, занимаешься установкой. Теперь босс занимается тоже установкой, потому что ему делать больше нечего в помещении. Все, начал бурить. Теперь нефрит у нас есть и это, пласталь. Блять, нихуя он придумал просто вот.
Осада.